Подъедем к новой автобусной станции Ришон-ле-Циона и посмотрим здесь, есть ли место. Да, сейчас есть, но в рабочие дни запарковаться здесь очень проблематично. Поэтому покажу еще одну очень хорошую, очень большую парковку, которая находится совсем рядом. Давайте объедем новую автобусную станцию. Вот так сбоку. Выходим на светофор. И продолжаем движение прямо по улице Голдемейр. На первом повороте уходим направо. Вот здесь вот пропускаем этого мужчину. И паркуемся на стоянке возле дворца спорта Макаби. Здесь всегда очень много места, какой бы ни был плотный рабочий день. Стоянки хватит для всех. Припарковались, вышли. И сейчас проведем регонсценировку на местности, где что находится. Для этого поднимемся на самую высокую точку. Вот это стоянка, где мы проканулись. Это дворец спорта Макаби, где происходит баскетбольный или волейбольный матч, не знаю точно. Сейчас камера наезжает на район Кирет Ришон. Припарковаться в нем очень и очень проблематично, потому что все стоянки внутри него и снаружи частные. Наша цель — вот этот комплекс зданий, который видите впереди. Именно в нем находится Бюро национального страхования, Бюро занятости, Министерство внутренних дел и Мировой суд Ришон-ле-Циона. Это район Кирьят-Ганим в Новом Ришоне, а это новая автобусная станция. Чтобы попасть в наш комплекс государственных зданий, мы должны спуститься вниз сейчас по лесенке и пройти по этому переходу. Вот так мы по нему идем. Выходим на брусчатку. Идя по этой желтой полосе, мы попадаем точно, примехонько, куда нам надо. Справа вы видите стоянку, полупустую. Не обольщайтесь, сегодня суббота. В рабочие дни здесь не поставится. Сейчас я перейду на другую сторону дороги, чтобы показать с другой стороны весь комплекс государственных зданий, находящихся в Ришон-ле-Циона. Когда пойдете сами, вы с легкостью их узнаете.